Видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Lesson 71, урок 71, exercise 2, упражнение 2. Запиши слова в тетрадь. Подчеркни буквы цветными карандашами. Но для начала давайте ознакомимся с правилом чтения. Буква сочетания EA в английском языке. Итак, буква сочетания EA в словах meet, tea, eat, speak, teacher, clean, read, please читается как звук «и». Давайте прочитаем все слова, данные упражнение, подчеркнем буквосочетание «ea» и переведем на русский язык. Meat – мясо, tea – чай, eat – есть, speak – говорить, teacher – учитель, clean – чистый, read – читать, please, пожалуйста. Наше задание выполнено. А вы познакомились с чтением буквосочетания EA в данных словах. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, будем рады видеть вас в наших группах в социальных сетях.